Юные хоккеисты якутского клуба «Полярные волки» в феврале собираются на международные соревнования в Китае. Это дебют на таком уровне маленьких спортсменов 2009 года рождения. В турнире примут участие 8 команд, 4 коллектива из Китая, Южной Кореи, Тайваня и России. «Волки» поедут составами 17 человек, 3 пятерки полевых игроков и 2 вратаря. Несмотря на свой юный возраст, ребята занимаются уже по 4 года. Сегодня они активно готовятся предстоящему выездному турниру. Я думаю, что у них пока такого волнения нет, дети все равно так особо не воспринимают. Тем более, нету разницы, наверное, какая страна, какой город. То есть для них пока, наверное, такого большого понятия нету. Конечно, может, когда на поле уже, тогда может быть волнение, да, когда уже этого очередь не видит. А так пока нет такого, незаметно.